This afternoon, I would like to speak from one of the world's most well-known and respected scriptures. Сегодня вечером я хотел бы говорить на основе всемирно известной знаменитой книги. Probably most of you are not very familiar with it because it's a scripture which comes from the Far East. Возможно, большинство из вас не знакомы с этим писанием, потому что этот манускрипт корнями уходит на восток. It's called Bhagavad Gita. Эта книга известна как Bhagavad Gita. In Sanskrit, Gita means song. На санскрите слово Gita означает песня. If you ask someone to sing in India, you say, please do a Gita. Если вы просите кого-то в Индии попеть, то вы ему говорите, пожалуйста, сделайте гиту, то есть спойте. But this is no ordinary song. Bhagavad comes from the word Bhagavan, which refers to God. So this is actually a song of God. Но эта песня не является обычной песней, потому что слово Bhagavad означает божественное. Таким образом, Bhagavad Gita переводится как песнь Бога. This book was spoken 5,000 years ago. Эта книга была проведена 5,000 лет тому назад. By Lord Krishna, when he was present on this planet. Когда Господь Кришна присутствовал на планете, он поведал эту песню. And you could say this is really India's gift to the world. И мы можем точно сказать, что эта книга является даром Индии для всего мира. The knowledge that is contained in this book. Знания, которые содержатся в этой книге. Indian culture has become very popular around the world. Индийская культура стала очень популярной по всему миру. You know, gift shops, Indian gift shops. Особенно ларёчки с разной индийской атрибутикой очень популярны по всему миру. You can buy all types of little trinkets, you can buy some fashions, you can buy some kumkum, whatever to put in your hair. Вы можете покупать разные атрибутики, разные значочки, разные крема, кумкуму, бижутерию. But really, this is India's gift to the world. Но истинный дар всему миру со стороны Индии заключается в этой книге. The knowledge which is contained in the ancient scriptures. В том знании, которое содержится в этом древнем писании. Obviously, knowledge is meant to improve our lives. Знание предназначено для того, чтобы улучшить качество нашей жизни. Isn't it? We spend the first 25 years of our life studying. Разве не так? Первые 25 лет нашей жизни мы проводим в образовании. Knowledge means to improve your existence. Знание приводит к тому, что вы улучшаете качество своей жизни. It's the hope of every parent that their children will go on to the university. Надежда каждого благоразумного родителя заключается в том, чтобы их дети поступили затем в университет. But this is knowledge of a different nature. This is called transcendental knowledge. Но это знание относится к другой природе, поэтому это знание известно как трансцендентное знание. Krishna says in Gita, Raja Vidya, Raja Buya. This is the king of all education. Кришна говорит в Бхагавад-гите Раджа Видья, Раджа Гухьям, что это знание является царем всего знания. Because the education we receive in our schools and our universities is it's important, but it's only important up to the day you die, and you can't use it anymore. Образование, которое мы получаем в наших университетах и в наших колледжах, играет очень важную роль. Но, к сожалению, это образование останется с нами вплоть до момента смерти. But this knowledge is considered the king of education because it also teaches us how to live in this world. It also teaches us how to get out of this world and liberate ourselves in the struggle for material existence and go back home to the spiritual spot. Но это знание поможет нам не только в материальной сфере нашей жизни, но это знание также останется с нами даже в наших следующих рождениях. И благодаря этой мудрости мы сможем возвыситься однажды и попасть в духовную сферу бытия. Of course, nowadays such books are not as important as they used to be. Конечно же, в наше время люди не уделяют такое большое внимание подобным книгам. I was just discussing with some new friends that, you know, the youth of today, they, rather than read a book, they'd rather do play games on their computer screen. Сегодня мы только обсуждали с нашими друзьями о том, что сейчас
молодежь, вместо того, чтобы изучать книги, они любят играть просто в компьютерные игры. And rather than reading books of spiritual wisdom, their parents would rather read the news, you know, which is about politics and violence and romance and whatever. И вместо того, чтобы изучать духовные писания, даже сами родители любят просто читать новости, читать какие-то газеты, связанные с политикой, связанные с насилием, и Бог знает, с чем еще. As a result, we don't see that many saintly people are being produced in modern society. И как результат всего этого, мы видим, что не так уж и много людей со святыми качествами есть в нашем обществе. You don't meet many self-realized souls during your life in this world. В этом мире на протяжении нашей жизни мы встречаем не так уж и много самосознавших душ. But actually, that's what life is meant for. Но в действительности именно в этом заключается смысл жизни. Not just for a few people, but human form of life is actually meant for self-realization. Святая жизнь предназначена не только для ограниченного количества людей. Святой образ жизни предназначен для каждого человека, потому что в этом смысл жизни. We quoted the verse yesterday from a famous scripture called Vedanta Sutra. Вчера я цитировал афоризм из знаменитого писания, которое известно как Vedanta Sutra. Atato Brahma Jinasya. Now that you've arrived at the human form of life, what is your business? Self-realization. That's what human life is made. Этот афоризм гласит «Атхата Брама Джидьяса». Сейчас, после того, как ты достиг человеческой формы жизни, что ты должен делать? Ты должен задавать вопрос об абсолютной истине. That's not possible in any other form of life. В любой другой форме жизни это невозможно. Only human beings can ask essential questions of life and get the answers. Только люди могут задавать существенные вопросы в жизни и получать ответы. Who am I? Кто я такой? Where did I come from? Откуда я пришел? What happens at the moment of death? Что случится в момент смерти? Does God exist? Существует ли Бог? Only human beings can answer these questions. Только люди могут отвечать на подобные вопросы. Animals can't do that. Животные не могут этого сделать. Because we have advanced intelligence. Потому что мы обладаем разумом. So along with this human form of life and this advanced intelligence comes the responsibility to inquire about my deeper spiritual nature and my relationship with God. Поэтому вместе с этой человеческой формой жизни мы получаем также и время ответственности, которое заключается в том, чтобы понять свое естественное положение, также понять мои взаимоотношения с Богом. Otherwise, what's the difference between human life and animal life? А иначе, в чем разница между человеческой формой жизни и животной формой жизни? The rishis, the yogis, they point out very intelligently that animals are always doing one of four things. Великие мудрецы, известные как риши и йоги, объясняют, что обычно животные заняты четырьмя видами деятельности. You may have a pet, so you know what I'm talking about. Может быть, у вас есть домашнее любимое животное, и вы знаете, о чем я говорю. Animals are doing one of four things. Животные занимаются одной из четырех видов деятельности. They're eating. Они либо едят, they're sleeping, либо спят, they're mating, либо совокупляются, or they're fighting. Либо они сражаются с ним. That's what animals do. Вот все, что делают животные. So of course we also have to do that because we're kind of we're an animal species. Конечно же, мы тоже в какой-то степени должны это делать, потому что в каком-то смысле мы тоже относимся к этим формам жизни. But because we can do those four things better than the animals, there's nothing to be proud of. Но нам нечем гордиться, лишь тем фактом, что мы можем делать те же самые четыре вещи, только более изощренным образом. We can eat better. Мы, конечно же, можем кушать лучше. Nice table with silver and china and deliciously prepared food. У нас могут быть первоклассные серебряные сервисы, фарфоровые тарелки, игрушки, красивые столы. We can sleep on big comfortable beds with lots of blankets and pillows. Мы можем спать на очень удобных кроватях, на мягких подушках из перин и укрываться хорошими одеялами. A lion mates once a year. Лев совокупляется один раз в году. So nowadays in modern society, you can mate as much as you want. Но в нашем обществе люди могут это делать столько, сколько хотят. And animals fight with their claws and their teeth, and we fight with nuclear bombs.
Животные, когда они дерутся, сражаются с кем-то, не используя свои когти и клыки, а мы можем это решить с помощью просто одной ядерной ракеты. Does that make us better than the animals? Разве благодаря этому мы становимся лучше автоматически, чем животные? When Yogi put it quite frankly, he said, that's polished animal life. Один известный йог, он сказал, что на самом деле это всего лишь отполированная, изощренная животная жизнь. What makes us different than the animals is we can inquire, who am I? Where did I come from? What happens at death? Does God exist? Что отличает нас от животных, так это способность вопрошать, кто я такой? Кто такой Бог? Каковы мои взаимоотношения? И что будет после смерти? One saintly person went so far as to say that human form of life begins when you start your spiritual path. Одна святая личность даже настолько далеко зашла, что сделала такое утверждение, что человеческая жизнь начинается с того момента, когда человек задает именно эти вопросы. People are of different natures. You know, some people become interested in spiritual life when they're young, some when they're middle-aged, some realizing there's a few years left. In old age, they start inquiring about spiritual life. Люди обладают разными природами, и кто-то задает вопросы в самом начале своей жизни, кто-то немножечко повзрослел, а кто-то уже в преддверии кончины, он чувствует, что надо бы что-то спрашивать о более чем-то серьезном и сокровенном. But according to that saintly person, that's when human form of life begins. So if you started inquiring last week about your spiritual existence, according to the saintly person, you're 1 week old. Но в соответствии с утверждением этой святой личности, если на прошлой неделе вы начали задавать вопрос об абсолютной истине, то это говорит о том, что сейчас ваш возраст заключается в одну неделю. То есть вам одна неделя. So, these type of questions we should be thinking about. Таким образом, мы должны думать о такого рода вопросах. The first question is, who am I? Первый вопрос, кто я такой? Actually, yesterday we discussed at length how we are not the material body, but with the force of life within the body. И вчера мы долго обсуждали эту тему, что мы не являемся физическими телами, мы являемся силой, заключенной в этом физическом теле. With the spark of life within the body. Мы являемся искринкой жизни внутри тела. With the soul. Мы душа. We're not the body. Мы не являемся телом. When you get up in the morning and you're getting ready for school or work and you're looking at the mirror, right? And you're like this and that. You know, you have a nice tan from the summer and you lost a lot of weight. So you're going back to work. I look good today. Обычно, когда мы встаем рано утром, мы смотримся в зеркало, мы наносим макияж, расчесываем волосы, мы смотрим, пропал ли загар немного после моего отпуска. И мы замечаем, я немного похудел или похудела. И, в принципе, у нас создается хорошее впечатление, что вот я выгляжу достаточно хорошо. Maybe your tan faded away, and you know, you put a lot of weight on, so you're thinking, no, I'm not looking good today. Или, может быть, вам кажется, что вы наоборот набрали вес, и поэтому у вас портится настроение. Нет, я не так хорошо сегодня выгляжу. This is an illusion. This is a misunderstanding. Но в действительности это иллюзия, это недопонимание. You're not this gross material body. Вы не являетесь этим грубым материальным телом. We described, we elaborated yesterday. We elaborated yesterday, the body is just made of matter, and matter doesn't have life. Как мы вчера уже обсуждали, что материя не обладает жизнью. What gives this body the semblance of life is the soul within. Что придает нашему физическому телу признаки жизни, это душа внутри тела. A nice analogy is that of the puppeteer. Есть прекрасная аналогия кукольника. When you're watching a puppet show, the children are thinking the puppets are alive. Когда дети смотрят какое-нибудь кукольное шоу, то им кажется, что эти куклы сами по себе живые. That's why children are so fascinated by puppet shows. They think those little cute puppets are actually living.
Именно поэтому детям так нравятся эти кукольные спектакли, потому что им кажется, что каждая эта кукла обладает жизнью. But the parents are laughing at the innocence of their children, knowing that no, the puppet's not alive. There's someone inside the puppet moving the puppet to make it look like it's alive. Но родители умиляются невинностью своих детей, и при этом они осознают, что в действительности куклы могут двигаться, потому что кукловод движет ими из-за сцены. So it's a simple truth, but it's very profound. Это простая истина, но очень глубинная. I'm not the body, I'm the soul manipulating the body from inside. Я не являюсь телом, я являюсь душой, которая манипулирует своим телом изнутри. Now, if we don't understand or realize that, we have an identity crisis. Если мы на протяжении жизни не осознаем эту истину, то тогда у нас мы доходим до периода кризиса личности. To identify with the body and not the soul means that we're in illusion. Если мы отождествляем себя не с душой, а с телом, это означает, что мы пребываем в глубокой иллюзии. It's very dangerous to identify with something that you're not. Очень опасно отождествлять себя с чем-то, чем вы не являетесь. For example, например, last month I was invited to speak at a psychiatric hospital. В прошлом месяце меня пригласили дать лекцию в одном психиатрическом госпитале in America. В Америке. I was supposed to speak to the professors. Я должен был выступать перед докторами, профессорами. The medical professors. But I took a tour of the psychiatric hospital. Но я прошелся по этому госпиталю. And there was a group of, you know, people who were living there who had psychological problems. And as I walked in, the first lady came up and introduced herself to me. Я, естественным образом, мне повстречались больные люди, психически больные люди, которые живут в этом заведении. И сразу же, как я прошелся по коридорам, навстречу мне выбежала женщина и... So she said, who are you? And I said, I'm the Swami. Спросила, ты кто такой? Я сказал, я Свами. And she was about 70 years old. Ей было примерно 70 лет. And I said, who are you? И я спросил, а вы кто? She said, you didn't recognize me? Она сказала, разве вы меня не узнаете? I'm sorry, I said, it's my first visit here. Сказала, извините, но я впервые здесь. She said, I'm Madonna. Она сказала, ну, я Мадонна. Oh, nice to meet you. Очень приятно познакомиться. Next person who came up, a man, you know, I said, who are you? He said, I'm President Obama. Другой человек, который мне повстречался, сказал, а я президент Обама. And one very young person, maybe a teenager, he came up and he said, you know, I'm Bill Gates. Один тинейджер, очень молодой юный человек, сказал, а меня зовут Билл Гейтс. So, obviously, they're not Madonna or Obama or Bill Gates. Очевидно, что они являются Мадонной, Обамой или Билл Гейтсом. And it has a little humor to it, although we respect her condition. It's a little humor as well. Calling yourself Madonna? You're calling yourself Obama? Конечно, нам их жалко, и мы уважаем их. Мы понимаем, что это больные люди. Но в то же время это так очень смешно со стороны смотрится, когда эти люди называют себя Обамой или Мадонной. Actually, we're laughing at ourselves. Но на самом деле мы смеемся над самими собой. Why? Почему? We're also identifying with something that we're not. Потому что мы тоже отождествляем себя с чем-то, чем мы не являемся. We're not the body. Мы не являемся телом. The body is here today, it's gone tomorrow. Тело присутствует сегодня, а завтра его уже нет. But every spiritual tradition in the world accepts the immortality of the soul. Но каждая традиция мира принимает бессмертие души. We're so enchanted with this temporary body, we don't take the time to look within and see who I really am. Мы настолько заворожены этим телом, что у нас просто нет времени посмотреть внутрь и понять, кто я такой. It's like if you play some part in a Shakespeare theater, your Hamlet, and you come off the stage, and you still play Hamlet, the rest of your life, you're cuckoo. Как, например, если вы играете Гамлета в какой-нибудь пьесе Шекспира, играете на сцене, затем вы сходите с сцены, и вы продолжаете оставаться в этой роли и называете себя Гамлетом, но люди скажут, что вы немного cuckoo. So, some rishis, they say, everyone in the material world look crazy because they identify with body.
Поэтому великие мудрецы, просветленные мудрецы говорят, что каждый человек в материальном мире в каком-то смысле немножечко слегонца задет в этом смысле, потому что мы отождествляем себя с этими телами. Vedic scriptures describe that spirit soul as more brilliant than 10,000 suns rising simultaneously. Ведические трактаты описывают, что душа сияет гораздо больше, чем 10,000 солнц вместе взятых. How beautiful is the body? Насколько красивым может быть наше тело? Okay, you can do a little bit like that, but just, you know, they say beauty is only skin deep. Мы можем нанести немного макияжа и что-нибудь сделать со своим телом, но, как говорится, что красота, она относится лишь к этому маленькому слою кожи на поверхности тела. Just go to the local hospital and go into the operating theater and stay there for a few hours, and you'll see that the body really is. Вы можете отправиться в любой госпиталь, зайти в реанимацию, где делают операцию, вы увидите, что внутри, что находится внутри наших тел. Cut it open a little bit. That's me. Просто разрежьте маленький слой кожи. Выверните кожу, и вы подумайте, разве это я? You tell your girlfriend, I love you, I love everything about you. Вы можете сказать своей девушке, я люблю тебя, я люблю все в тебе. Do you love my stomach? Ты любишь мой желудок? Do you like my kidneys? Ты любишь мои почки? My brain? Ты любишь мой мозг? That's not real love, that's superficial love. То в этом смысле это не истинная любовь, это поверхностная любовь. That's like being fascinated with the cage. Without understanding the real beauty is the bird inside. Это все равно, что человек заворожен клеткой, но не обращает никакого внимания на птицу внутри этой клетки. We're all guilty of this. Мы все виновны в этом. If I ask you to come on the stage, you can speak for 1 hour about your body. Если я попрошу, например, вас выйти на сцену и говорить что угодно, вернее, говорить что-то о вашем теле на протяжении часа. Speak about the self within. Nobody, most of us don't know. Пожалуй, вы сможете рассказывать о своем теле на протяжении часа, но если вас попросят говорить о душе внутри, вы даже двух слов не сможете сказать. So it's a little philosophical. Это немножечко философская концепция. But that's how we're supposed to use our intelligence. Но именно для этого мы должны использовать свой рассудок. As human beings, we're meant to think about these things. И люди должны думать о таких вещах. And go within. Они должны погружаться внутрь. I was speaking with one of my Christian priests. He's a friend. He attended one of my lectures, and he said, "I agree with most of what you say." Я беседовал как-то с одним из моих христианских друзей. Он является священником. Он приходит иногда ко мне на лекции. И вот однажды мы беседовали, он говорит, что «Ну, в основном я согласен со всем, что вы говорите». Yeah, you're speaking about the self within. Вы говорите о нашей душе внутри тела. He said, in our Christian Bible, we have a similar understanding that the kingdom of God is within you. И в нашей христианской традиции у нас тоже есть такое понимание, что Царство Бога находится внутри вас. So, it's the soul, although the soul is very tiny, it's atomic in dimension, it gives life to this huge body. Таким образом, хотя душа очень мала в своем размере, она обеспечивает энергией все наше тело. Spirit is more powerful than matter. Дух гораздо более могущественным, чем материя. Now the soul is situated in the chest. Душа находится вот здесь, в груди. It's floating on what we call prana, or life air. Душа плавает в потоках праны, жизненного воздуха. And from the soul is emanating consciousness. И из душа излучает сознание. Just like think of the sun. Подумайте о солнце. The universe by nature is dark. По своей природе Вселенная преисполнена тьмы. This universe is by nature dark. Она темная по природе. But it's illuminated by the sun, which is very, very tiny compared to how big the universe is. Но Вселенная освещается маленьким солнцем, которое обладает достаточно маленьким размером по сравнению со всей Вселенной. If you're an astronomer, you know what I'm talking about. Если вы являетесь астрономом, то вы знаете, о чем я говорю. We have a solar system, and in the corner of the solar system is the sun, but the sun's infinitesimal compared to the solar system. В нашей солнечной системе солнце обладает очень-очень маленьким размером по сравнению со всей солнечной системой. It's so powerful.
Но солнце настолько могущественно. From that sun planet is coming heat and light, and it goes all the way to Pluto. И солнечный свет и энергия достигает, распространяется по всей нашей солнечной системе и доходит до планеты Плутона. You can feel the presence of the sun everywhere by heat and light. И вы можете таким образом чувствовать присутствие солнечного света везде в нашей солнечной системе. So why am I giving this analogy? Почему я привожу эту аналогию? To show you that the soul is tiny, it's here. Для того, чтобы показать вам, что душа очень мала, она находится здесь. And from it is emitting consciousness. И из нее исходит сознание. All the way to the tip of my fingers, the top of my head, my little toe. Сознание распространяется на каждую часть моего тела, на мои пальцы, на мои ноги, на мою голову. So although the soul is here, I can feel my hands, I can feel my head, I can feel my toes because of the consciousness. И хотя душа находится в области сердца, тем не менее, благодаря его сознанию, которое распространяется на все тело, я чувствую свои пальцы, я чувствую свои ноги, я чувствую свою голову. As heat and light are a symptom of the sun, consciousness is a symptom of the soul. Подобно тому, как тепло и свет являются признаками существования Солнца, подобным же образом сознание говорит о том, что в нашем теле присутствует душа. How can you tell the difference between the living body and the dead body? In the living body there's consciousness, in the dead body there's no consciousness. It means the person left, my father gone. В чем разница между мертвым телом и живым телом? Разница в том, что в мертвом теле душа отсутствует. Обычно мы говорим, что все, мой отец ушел. So we're learning a little bit about who we are. Таким образом, мы сейчас получаем немного знания о том, кем мы являемся. It's interesting. Это интересно. Раджа-видья, Раджа-гуян, king of education. Как говорит этот стих, Раджа-видья, Раджа-духян, это знание является царем всего знания. Yesterday we described how that soul comes into the body at the moment of conception. И вчера мы также объясняли, каким образом душа помещается в тело в момент зачатия. As long as that soul stays in the material body, the body grows. До тех пор, пока душа остается в материальном теле, материальное тело растет. And when finally the soul leaves the body, that's what we call death. И в конце концов, когда душа покидает тело, это мы называем смертью. So you don't have to fear death because you don't really die. Вам не нужно бояться смерти, потому что в действительности вы не умираете. Where do you go? А куда же вы отправляетесь? According to your actions in this life, you take earth with you. В соответствии с вашими поступками в этой жизни, вы получите соответствующее рождение в следующей жизни. That's called reincarnation. Это называется реинкарнация. Carne is a Latin verb. Is that correct? Carne is a Latin verb, which means flesh. Вот это латинское слово carne означает плоть. So reincarnation means to change the flesh. Таким образом, реинкарнаре означает переселяться и помещаться в новую плоть. That's what happens when you die. The old body just melts away and the dynamic living soul into the womb of a new one. И это именно то, что происходит в момент смерти, когда наше тело умирает, то тогда душа, она просто переселяется в следующее тело. You get another body. Получается следующее рождение. It's like you may change your car 4 or 5 times in this life. Как, например, вы можете поменять свою машину 4 или 5 раз на протяжении своей жизни. Since we left the spiritual world, we've changed our body millions and billions. Но с тех пор, как мы ушли некогда из духовного мира, мы меняли миллионы и миллионы раз подряд, но меняли физические тела. Reincarnation is not a philosophy, it's not a theory. Реинкарнация — это не просто теория или философия. It's not spiritual. Это не, даже нельзя сказать, что это что-то духовное. It's a law of nature. Это просто закон природы. It's a subtle law of nature. Это тонкий закон природы. That you change your body to be. Когда вы меняете свое тело в момент смерти. Someone might question, okay, if when I die, I take birth again. What determines if I get a good birth or a bad birth? Кто-то может спросить, хорошо,
Я понимаю, что я получу следующее рождение. Но что является определяющим фактором, благодаря которому я получу либо хорошее рождение, либо плохое рождение? No, you're born into a nice country, Moldova is a nice country. Вы родились в замечательной стране, в Молдове. It's not very big, but it's very quaint. I appreciate your beautiful buildings, which you maintain. People are quite friendly here. And you have the most tasty fruits and vegetables in Europe. You grow them all here. Может быть, у вас не такая уж и большая страна, но мне нравятся ваши оттенки ваших зданий, мне нравится, как люди себя ведут. Люди очень открытые, очень добродушные. И особенно я почувствовал вкус ваших знаменитых молдавских фруктов и овощей, которые являются самыми вкусными фруктами во всей Европе. Other countries are not so fortunate, like Somalia. Например, некоторые страны не настолько удачливы, как, например, есть такие страны, как Сомалия. Йемен. Как Йемен. Эфиопия. Или Эфиопия. North Korea. Или Северная Корея. I won't go into detail, but we can understand in a relative point there's a good growth and there's a bad growth. Я не буду вдаваться в детали, но мы можем понять, что с относительной точки зрения мы можем сказать, что есть более хорошее, более удачливое рождение, менее удачливое рождение. Or someone may be born rich, someone may be born poor. Или, может быть, кто-то родился в богатой семье, кто-то родился в бедной семье. Someone may be born healthy, someone may be born sickly. Кто-то родился в здоровом теле, кто-то родился в болезненном теле. There's these relativities. Все относительно. Что же определяет наше рождение? Is it just by chance you take birth in Somalia or chance you take birth in Moldova? Разве рождение в Молдове или в Сомали это всего лишь вопрос случая? Nothing happens by chance. Ничто не случается случайно. There's a saying that not a blade of grass moves without the will of the Supreme God. Есть такая пословица, что даже травинка не шелохнется без дозволения Бога. So why these two different situations? Because your future is determined by how you act. Итак, ваше будущее определяется тем, как вы ведете себя сейчас в настоящем. In Sanskrit it's called karma. На санскрите это называется карма. The law of action and reaction. Это закон действия и противодействия, реакции. For every action, there's an equal and opposite reaction. За каждый поступок мы получаем равнозначную реакцию в своей силе. So if I exert a little bit of force, I can determine the book's going to go a little distance. Как, например, пример. Если я немножечко толкну книгу, то она немножечко подвинется. It's physics. Это физика. For kindergarten. Это для физика для детей в детском саду. If I push a little harder, I can determine the book's going to go a little further. Если я толкну с еще большей силой, то книга толкнется дальше. So this is like a deeper physics, the law of karma. Подобным же образом, закон кармы – это очень тонкий закон физики. For every action you perform in this world, you get an equal and opposite reaction. За каждый поступок, который вы совершаете в этом мире, вы получаете равнозначную долю реакции, противодействия за то, что вы сделали. It's a law of nature. Okay, the scientists have not discovered it yet. Это закон природы, который еще не был обнаружен учеными. But just because the scientists have not discovered something doesn't mean it doesn't exist. Но только потому, что ученые еще что-то не смогли обнаружить, не означает, что этого не может быть. Right? So here is a law of nature which is described in Bhagavad-gita. Вот есть этот закон природы, он написан на странице Бхагавад-гиты. Who knows better about the creation than the person who created it? Кто знает лучше свое творение, чем личность, которая создала это творение? Who's maintaining it? Кто поддерживает это творение? And by whose will it eventually dissolved? И по чьей воле, в конце концов, это творение уничтожается? That's God. Это Бог. Like this harmonium. Как, например, этот музыкальный инструмент гармония. The guy who invented it, the guy who made it, the guy who sold it, hey! He knows everything about this harmonium in great detail. Человек, который изобрел гармонию, человек, который сам создал эту гармонию, человек, который продал
этого гармонии, он знает каждую деталь этого музыкального инструмента. So if you want to know anything about this world, you can learn from the Vedic scripture. Таким образом, если вы хотите в деталях разобраться о этом творении, вы можете это изучить на основе священных писаний. You don't have to speculate like the scientists. Вам не нужно измышлять, как это делают ученые. Maybe, perhaps, I think, that's not knowledge. Может быть, возможно, я думаю, это не знание. This is perfect knowledge. Вот совершенное знание. So, yes, there's karma. Да, существует закон кармы. If you do good, good comes back. Если вы совершаете добро, добро приходит к вам. I got it right. So, я, значит, if I do something bad according to the laws of nature, the harmony of this world, oh, why does that happen? Если я веду себя неправильным образом и нарушаю законы Бога, то затем я получаю по башке и начинаю удивляться, а что такое, почему меня наказывают. At the present moment, all of us are suffering or enjoying according to what we did in this life and in many lifetimes before. It's very complex. Но в соответствии с законами кармы, каждый из нас сейчас наслаждается или страдает в соответствии с тем, что мы делали в этой жизни, и особенно в соответствии с тем, что, чем мы занимались в своих предыдущих рождениях. That we have no one to blame but ourselves. Некого обвинять, кроме самих себя. But it can be corrected. Но это можно исправить. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим. The principle. Я объясню принцип. It's like a boomerang. Как бумеранг, например. I was in Australia, Alice Springs, Australia, 2 years ago. В Алис Спрингс, в Австралии, несколько лет тому назад. And whenever I go to a country, I like to meet all the indigenous people, the original people. В любую страну, куда бы я ни отправлялся, мне всегда нравится встречаться с коренным населением этой страны. Like to share this wisdom. Мне нравится именно с коренным населением делиться. I'm going to go meet the aborigines, and I'm going to tell them a thing or two. Я подумал, что я встречусь с этими аборигенами, расскажу им пару вещей. Actually, I learned more from the aborigines than I had to give to them. Но на самом деле у разного рода аборигенов я научился гораздо больше, чем я мог им сам рассказать. Because they're very close to nature, which is very close to God. Потому что эти коренные жители гораздо ближе к природе и, соответственно, они ближе к Богу. So I thought I'm going to teach these aborigines about the law of karma. Я вот подумал, научу-ка я этих аборигенов закону кармы. So there's a village chief, you know, and I kind of explained to him, and I said, do you get it? И вот там был вождь деревни, я ему немножечко рассказал обо всем, о законе кармы, и спросил его, ну что, ты понял? Do you get the law of karma, action and react, you get it? Ты понял, как работает этот закон кармы, действие, противодействие? So he smiled. Он улыбнулся. This big boomerang like this. Взял большой бумеранг. He said, you mean like this? И он сказал, ты имеешь в виду вот это? You know, he threw it so far, I forgot about it. Он запустил его так далеко, что я же забыл об этом бумеранге. He said, come on, what are you doing? Do you understand? It came back and hit me in the head. He said, yes, I understand. И я сказал, что, ну, ладно, ты понял, о чем я говорю? Забудем об этом бумеранге. И в этот момент бумеранг ударил меня по голове, и в этот момент он улыбнулся и сказал, да, я понял, как это работает. So karma. Итак, это закон кармы. We're responsible for our actions, and we get good or bad. Generally, we get a mixed reaction in life, because we did good things. Мы сами в ответе за хорошие и плохие вещи, которые случаются с нами в жизни. И, как правило, наша судьба смешана, как хорошее и плохое смешано вместе. And it helps us to understand complex questions like, why do bad things happen to good people? И это помогает нам понять и разобраться в сложных вопросах. И один из таких вопросов, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? That's a common question. Это очень известный вопрос. Why do bad things happen to good people? He was such a nice guy, you know, he just loved a good father and perfect husband, he was humanitarian. Why did he die in such a tragic accident? God is so cruel. Люди любят обычно говорить на похоронах. Он был таким замечательным человеком. Он всегда занимался благотворительностью. Он всегда был таким человечным, таким добрым. Почему Бог допустил то, что с ним случилось? Что он умер в таком раннем возрасте?
It's like going to a movie and entering into the theater, you know, like half, like 10 minutes before the movie's on. Но это все равно, что войти в кинотеатр и зайти в этот зал и сесть на кресло в кинотеатре за 10 минут до окончания фильма. And it's this little old baby, you know, бабушка, walking across the street with her cane, causing no harm to anybody. И вы видите последние кадры этого фильма, там старая пожилая бабушка с тростью переходит улицу с дрожащими руками. You know, from all four directions these police cars come. And they tackle her and tie her up and put her in the back seat and drive. Hey, that's really mean. Why are the police doing that? Со всех четырех сторон света или улицы к ней подъезжают полицейские автомобили, выбегает спецназ и вяжет эту бабушку. И вы смотрите и думаете, слушайте, что они делают с этой невинной бабушкой? And on top of that, everybody in the audience is clapping. Мало того, все зрители еще и хлопают в ладоши. What a horrible movie! What a horrible play! Что за ужасное кино вообще-то? But if you had come into the movie at the beginning and watched it up to that point, you may have understood. Но если бы вы пришли с самого начала фильма и посмотрели бы весь этот фильм, тогда бы вы поняли, о чем идет речь. You know, the plot was that, you know, she was a demented person and she used to kidnap children and torture them, and, you know, something like that. And then the police finally got her. Yeah. И сценарий был такой, что всю свою молодость она выкрадывала детей, она их насиловала и делала какие-то такие странные вещи. И в конце концов, на старости лет, полиция в конце концов смогла ее вычислить и повязать. So this is the law of karma. So our actions determine our future. So in a general sense, if you live a very pious life, then you'll get a pious birth. If you live an impious life, you'll get a pious birth. That's pretty simple. Точно таким же образом действует закон кармы. Если вы ведете благочестивый образ жизни, то вы получаете благочестивое рождение и вы ведете счастливую жизнь. Если вы вели неблагочестивый образ жизни, то вы затем в будущем будете страдать. So how do we know what is good or bad actions according to the law of nature set up by the Supreme Person? Теперь, как же разобраться с тем, что является хорошими поступками, а что является плохими поступками в соответствии с законами, которые были установлены Верховным Господом? Бхагавад-гита. Бхагавад-гита объясняет это. Other books too. Bible, Quran. Другие священные писания также это объясняют. Библия, Коран. Lotus sutras of Buddha. Лотосные сутры, буддийские сутры. But the beauty of this book is it's like a PhD study in the science of self-realization. Но красота этой книги заключается в том, что это как своего рода докторская диссертация в науке. With all due respect. Поэтому со всем своим почтением. The only difference in the great spiritual traditions of the world is the depth of knowledge. Я могу сказать, что единственная разница между всеми этими священными писаниями заключается в глубине знания, изложенного на его странице. It's like mathematics. Это как математика. Some people, kids, you know, they're 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. That's good. But then, you know, they go on to algebra and then university. You know, there's different levels of mathematics. There's different levels of spirituality, philosophy of life. Как, например, существует математика для детей. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. Но затем, когда ребенок вырастает, он попадает уже в старшие классы, он начинает изучать алгебру, а затем, когда он поступает в университет, то он учится. Он изучает очень глубокую, серьезную математику. То же самое касается духовного знания. Вы начинаете с элементарных вещей, затем по мере изучения вы углубляетесь. Nowadays society in general is much more educated than they were 100, 200, 300, 400 years ago. В наше время люди гораздо более образованные, чем, например, среднестатистический человек, который жил сотню лет назад или 200 или 300 лет тому назад. So people don't want to be told to believe something. They want to know why they should believe it, and they want knowledge to understand their decision.
Людям не нравится, когда им говорят, что нужно верить вот в это или в то. Они хотят сами с помощью своего интеллекта разобраться и обретать истинное знание. When I was a boy, I was asking my parents, you know, Dad, you know, I'm trying to be a good Catholic. Like, what's the soul? Когда я был молодым мужчиной, то я спрашивал у папы, что папа, я пытаюсь быть хорошим христианином. Скажи мне, пожалуйста, что такое душа? Dad, why are people suffering? Папа, почему люди страдают? Dad, you know, your brother passed, your brother died. Where did he go? Твой брат, папа, умер. Куда же он отправился? Don't bother me, son, with these questions. Сынок, не беспокой меня с этими вопросами. Then he got really upset one day when I said, Dad, you know, we're supposed to love God, right? Right, son, you finally got it right. И в один из дней я спросил его, папа, вот предполагается, что мы должны полюбить Бога, правильно? Сказал, да, наконец, сынок, ты понял, в чем истина. So I said, what does it look like? И я спросил, а как Бог выглядит? What do you mean, what is it? Что ты имеешь в виду, как он выглядит? What is that mean? Какая разница? I said, how does he dress? Но как он одет? What are his personal characteristics? Каковы его качества? Who are his associates? С кем он общается? What, in detail, what is the world in which he lives? Но расскажи мне в деталях о том мире, в котором он живет. My father said to my mother, this boy is going crazy. И тогда мой отец сказал маме, что наш сынок сходит с ума. I said, no, Dad, how am I supposed to love someone I don't know anything about? Я сказал, да нет, пап, ну вот как я могу полюбить кого-то, если я его не знаю? I said, why did you fall in love with mom? Я спросил его, почему ты влюбился в маму? Oh, your mother, you know, when she was young, she was very beautiful. Ну, твоя мама, когда она была молодой, она выглядела очень неплохо. Mother slapped my father, I'm still beautiful. Моя мама тогда дала пощечину моему папе, сказала, я до сих пор очень красивая. He said, it was the way you walked, the way you talked, the way you sang, the way you cooked. И он тогда сказал, то, как ты ходила, то, как ты передвигалась, твои движения, то, как ты пела, то, как ты готовила. I said, all girls do that. Я сказал, ну все девушки это делают. But your mom. Но твоя мама была особенной. So I said, it's her personal characteristics which attracted you to her. So I said, shouldn't it be the same with God? И тогда я сказал, ведь ты же привлекся какими-то особенными чертами моей мамы. Разве не то же самое происходит в твоем случае, когда мы привлекаемся к Богу? It's just believing in God enough to get me back to the spiritual world. Разве достаточно просто верить в Бога для того, чтобы попасть в духовный мир? I think it's love. Я думаю, что это вопрос любви. Which is the ticket out of this world. И именно любовь является билетом, с помощью которого можно выбраться из этого мира. I'm gonna fall in love with him. I gotta know love. Если я должен, я предполагается, что я должен полюбить Бога, то я должен его узнать. So to make a long story short. Поэтому для того, чтобы укоротить очень длинную историю. On my spiritual search through life, I ended up in India. В моем жизненном поиске духовности, в конце концов, я дошел до Индии. And I found a copy of this book. И мне попалась копия такой книги Бхагавад-гиты. Casually reading it one day. И однажды я так, ну просто ее поверхностно просматривал. OMG. Oh my God. О мой Бог. Page after page. И страница за страницей я перелистывал. So these things are there, these explanations are there. Итак, эти глубинные знания описываются в этой книге. So we should conduct ourselves in such a way as we avoid bad karma and we embrace the things that are good for us. Мы должны вести себя таким образом для того, чтобы избегать дурной кармы и вести благочестивый образ жизни. That's there in the scriptures. Это описывается в Писании. And that's what's taught by the spiritual master. И это то, чему обучает духовный учитель. As you can appreciate, this is a pretty deep philosophy. Как вы, может быть, уже могли оценить, что философия это достаточно глубока. Like, I don't know how much you're catching, because at least when I first attended a talk like this, it's like, okay, I've got a few things there. Я не знаю, насколько она понятна, потому что когда я впервые просидел на такой лекции, то я только несколько моментов смог понять. And then applying this philosophy to our lives, we become happier people, and we can
get out of the cycle of reincarnation, like, whoa. Но затем мы должны не только информацию получить, мы должны применить эту науку на практике для того, чтобы получить откровение. So therefore, Krishna says, поэтому Кришна говорит, Таддири Парипатина Парипрашна Севая Упарикшанти Тегина Гьянинас Тадва Даршана. You try to learn these truths by approaching the spiritual master. Попытайся узнать эту истину, обратившись к духовному учителю. Inquire from him submissively. Вопрошай его смиренно. Render service to him. Совершай служение ему. Tattva darshana, the self-realized souls can give you these truths, reveal these truths, because they've seen these truths. Потому что самоосознавшая себя душа является таттва дарша. Он увидел эту истину, поэтому он может рассказать тебе эту истину. So like anything we learn in life, we have a teacher. Как если мы хотим любой вещи в жизни научиться, нам нужен учитель. We really need a spiritual teacher in life to understand his teachings and how to apply. Точно так же нам нужен духовный учитель для того, чтобы разобраться в этих духовных вопросах и понять, как применить эту науку в своей жизни. Otherwise, how do we know what to do with good and bad? And society may just have, you know, at that particular time, a certain standard of life, which has nothing to do with the reality of the cosmos. А иначе очень сложно разобраться, как применить эти истины в повседневной жизни, потому что стандарт нашей жизни очень сильно может отличаться. For example, например, now, the most people eat meat. В наше время большинство людей кушают мясо. I mean, what's wrong with that? Everybody does it. Можно подумать, так а что дурного? Все это делают. Just because everybody does something doesn't mean it's right. Но только потому, что все это делают, не обязательно означает, что это правильная вещь. There's this little animal called Levantins in England. They just have huge packs, and at a certain time in the spring, they all just run off the cliffs of Dover onto the rocks below. Как, например, есть определенный вид животных, которые весной в Британии, они все толпой бегут и спрыгивают с высоких скал и разбиваются насмерть. So one bad karma is to, you know, kill another living entity to satisfy your taste buds. И Писание говорит, что один из видов дурной кармы заключается в том, что вы убиваете животное и затем поедаете его плоть. Because it's a myth that you need meat to be strong. Это миф, что вам нужно мясо для того, чтобы поддерживать здоровье. I've been vegetarian since I was 12. Я стал вегетарианцем с 12 лет. And I'm 66. Сейчас мне 66 лет. I'm an old, frail man. Я такой пожилой, но достаточно крепкий мужчина. I do 60 laps a day in the pool. Я могу 60 кругов проплыть в бассейне в день. And I only sleep 4 or 5 hours a night. Сплю 4-5 часов в день. And I hardly ever get sick. Я очень редко болею. What about the elephant? А как насчет слона? The biggest animal on the earth. Самое большое животное на земле. If one elephant happened to walk into this tent, all the big strong men would run away. Если самый даже незначительный слон сейчас войдет в этот тент, то все крепкие мужчины быстренько разбегутся, поверьте. Elephant? Strictly vegetarian. Так, all the elephants are vegan. Все слоны абсолютные вегетарианцы. What about the bull? Как насчет быков? Big bull. Большие быки. Just eats grass. Он просто ест траву. Of course, we don't just have to eat grass. Конечно, не означает, что мы должны есть только траву, капусту, капусту и морковку. In the vegetarian diet, there's thousands and thousands of recipes. You can get more nutrition and vitamins and minerals that you can even use. You can hardly use the most protein in the body anyway. Существует тысячи разнообразных вегетарианских блюд, поедая, которые вы получаете все необходимые белки и протеины. В конце концов, сколько вам нужно этих белков и протеинов? That's just from the physical point of view, from the philosophical, spiritual point of view. Actually, we don't have the right to take any of the living beings' life. И это то, что касается с точки зрения здоровья, но с философской точки зрения
Человек не имеет права отбирать чужую жизнь. Do unto others as you would have them do unto you. Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. If I pinch myself, it hurts. Если я, например, ущипну себя, мне будет больно. If you pinch the cow, what happens? А если я ущипну корову, что случится? Why? Почему? Because they're living entity. Потому что она является живым существом. Within every living creature is a soul. В каждом живом существе пребывает душа. Equal to you. Которая равна вам. It's just that the body is different. Просто у нас разные тела. It's not that animals don't have souls. Это не так, что у животных нет души. I don't know who thought that. Я не знаю, кто это придумал. What's the symptom of the soul again? Каков признак души? Вспоминайте. Каков признак и разница между мертвым телом и живым телом? Consciousness. Сознание. Is not the cow conscious? Разве корова не обладает сознанием? It feels emotion. Корова чувствует эмоции. It feels fear. Корова чувствует страх. It has intelligence. Корова обладает разумом. You come to it with a big stick. It doesn't go, hit me. Yes. Если вы приблизитесь к корове с большой палкой, то корова не скажет, пожалуйста, ударь меня. Ты гонишь его? Она корову бежит. Animals have their families to take away their young. They also cry. They feel separation. Животные тоже очень сильно страдают и протестуют, когда у них забирают малышей, детенышей. All the emotions you have, the animals also have, but in different proportions. Те же самые эмоции, которые присущи вам, эти же эмоции присущи животным, просто в других пропорциях. The difference is they're not as intelligent. Разница лишь в том, что они не настолько разумны, как люди. That doesn't mean they're not living entities. Но это не означает, что они не являются живыми существами. Do babies have intelligence? Разве у детей есть развитый разум? Чуть-чуть. Чуть-чуть. It's as much as an animal. Иногда у детей столько же разума, как и у животного. But you treat them as persons. Но вы относитесь к ребенку как к личности. Animals are not machines. Животные — это не просто машины. You put in the petrol. Которых вы заливаете там дизель. Oh, the cat's not moving so fast. Change your batteries. Да, эта кошка не двигается так быстро. Давайте заменим ей батарейку. No, she's a living entity. Нет, она живое существо. Just trapped, same as you get trapped in the lower body. Она также попала в капкан тела, просто это низшее тело. Like you've got a Porsche body and the animal has a Lada body. Так, например, ваше человеческое тело — это как машина Porsche, а животное тело — это как машина Lada. The machine's different, but the person is size equal. Машины, автомобили разнятся, но водители внутри одинаковые. When you come home from your vacation, когда вы приходите домой или приезжаете домой после отпуска, кто-то заботился о вашей собаке. And you open the door to your house. И вы открываете дверь вашего дома. Does your machine, your washing machine, jump out and embrace you? Разве ваша стиральная машина запрыгивает вам на руки и обнимает вас? No, because it's a cold, mechanical, lifeless machine. Нет, потому что это холодная, механичная такая вот коробка. But your dog does. Но ваша собака запрыгивает на вас. And sometimes you're happy to see your dog than you remember in your family. И иногда вы гораздо более счастливы, когда вы видите свою собаку, чем даже какого-то члена вашей семьи. Sometimes people, old people who don't have family members, they buy dogs or cats. Иногда пожилые люди, у которых нету близких родственников, они покупают собаку. Почему? Because there's a soul there. Потому что там внутри есть душа. More covered than you. Она покрыта больше, чем вы. Like here's a white light. Как, например, вот здесь мы видим лампочку. We want to do a theatrical production. Если вы хотите, например, показать спектакль. You can cover it with yellow. That's plastic. Мы можем этот пластик покрыть тонкой желтой пленкой. You can cover it with green plastic. Мы можем покрыть его зеленой пленкой. You can cover it with blue plastic. Можем покрыть эту лампочку синей пленкой. So the light's still there, but it's not coming out as much as it is like this. Лампочка будет гореть, но свет будет проявлен не так сильно, как он проявлен сейчас, когда лампочка не покрыта чем-то. That's animal. Вот то же самое происходит в связи с животными.
So we have to respect that there is a soul in every body and act accordingly. Животные — это просто те же лампочки, которые покрыты пленками, и мы должны оказывать им почтение. Они тоже являются живыми существами. Of course, my faith is a little different than the Russian Orthodox Church, but similar. Мое вероисповедание немного отличается от православного христианского вероисповедания, но в принципе они достаточно близкие. I became vegetarian when I read about the life of a Catholic saint called Saint Francis of Assisi. Я стал вегетарианцем тогда, когда прочитал и изучил биографию католического святого Франциска. Maybe you've heard of him, yeah. Saint Francis. So he was a monk who, you know, interpreted the Bible, I would say, in a proper way. Он был монахом, который толковал Библию, я бы сказал, правильным образом. When he read "Thou shalt not kill," he said, "Well, that means all living things." Когда он прочитал в Библии "не убий", то он понял, что нужно не убивать ни одно живое существо. If it was just for humans, then it would say, "Thou shalt not murder." Потому что если бы это касалось только людей, то это изречение бы говорило о том, что ты не должен убивать людей. But it says, "Thou shalt not kill." Но там говорится "не убий". So he was a vegetarian. Поэтому святой Франциск стал вегетарианцем. Not just sentimental. Он стал вегетарианцем не из-за сентиментов. I'm vegetarian, I want to be like lean and strong. No. He was vegetarian because he saw the true equality of all living things. Он стал вегетарианцем не потому, что он хотел обрести сильное, крепкое тело. Он стал вегетарианцем, потому что он видел единство всех живых существ. He looked at the bird. Он смотрел на птицу. My brother bird. Мой брат птица. He looked at the deer. Он смотрел на оленя. My sister deer. Моя сестра олениха. He looked at the tiger. Он смотрел на тигра. Wolf. Ну, на волка. My cousin wolf. Мой дядя волк. They thought he was crazy. Мы можем подумать, да он был сумасшедший. They kicked him out of the church. Они его выбросили из церкви. But he had the vision of true equality. Но в действительности он обладал видением истинного единства. These are universal truths. Это универсальные истины. No one religion has monopoly on the truth. Ни одна религия не обладает монополией на истину. All religions are true. Все религии истины. If you utilize them properly. Если вы правильным образом будете их использовать. So the Gita says something similar to Saint Francis. Бхагавад Гита говорит нечто, что напоминает утверждение святого Франциска. Vidya vinaya sampane. Brahmanigali Hastini Sunichaga Sapakicha Pandita Sam Darshana. A truly learned person. Этот стих говорит, что воистину ученый человек sees with equal vision. Смотрит одинаково. Man на человека. And woman на женщину. An elephant на слона. A cow на корову. A dog на собаку. And a dog eater и на собакоеда. They may be situated in different levels of society, but he doesn't see the body, he sees the soul inside. Эти личности могут относиться к разным социальным классам, но он не видит тела, их тела, он видит душу внутри их тела. So he's vegetarian. Поэтому он стал вегетарианцем. You pinch me, I cry, you pinch the cow, I cry. Why should I hurt someone else so that I can sit at the dinner table and munch on something that's tasty? Если вы ущипнете меня, мне будет больно. Если мы ущипнем корову, ей будет больно. Таким образом, почему мы должны сидеть за обеденным столом и есть чей-то труп? So, I don't want to talk about that too much, because I don't want the lecture to get too heavy. Я не хочу об этом говорить слишком долго, потому что не хочу, чтобы лекция была очень тяжелая, люди испугались. But in Sanskrit, a yogi is called sadhu, and sadhu is one who always speaks the truth. Но на санскрите человека, который занимается йогой, его еще называют саду. Саду — это человек, который всегда говорит только истину. This is actually done in a compassionate sense, so that you can make the right choices in life, so you're happy in the future, because karma. Я это делаю в настроении сострадания просто для того, чтобы помочь вам сделать правильный выбор, для того, чтобы в будущих жизнях вы не страдали от реакции за свою карму. But I would like to conclude the talk this afternoon by mentioning something important. Но я хотел бы закончить свою лекцию сегодня, упомянув об одной очень важной вещи.
Even if we do good deeds, it means that we get a good reaction, and we have to take birth again to get the good reaction. Даже если вы поступаете правильным образом, вы получите добродетельные реакции, и для того, чтобы их получить, вам опять придется родиться в материальном мире. So higher than good deeds are deeds done in the service of God. Поэтому даже выше, чем просто благочестивая деятельность, является деятельность, посвященная Богу. That's called devotional service to God. There's no reactions to that service. Этот вид деятельности называется преданное служение Богу. Из-за такой вид деятельности человек не получает вообще никаких кармических реакций. So if you serve God throughout your life, through whatever abilities you have, it doesn't mean you have to become a priest or a nun. It just means that you have to think of God during your life and offer the results of your activities and try to learn to love Him. Then there's no actions, there's no reactions to that. Таким образом, если вы посвящаете всю свою жизнь Богу, это не означает, что вы должны стать священником или вы должны стать священницей. Вы просто всю свою деятельность посвящаете Верховной Личности Бога, то тогда в результате такой деятельности вы вообще не будете получать никаких кармических реакций. It's called bhakti yoga. Это называется бхакти йога. Bhakti means love and devotion. Бхакти означает любовь и преданность. And yoga means to make union with the Supreme. И йога означает, что вы связываетесь с Верховным. And all those karmic reactions that are there already in your heart, what happens to them? И теперь, что происходит со всеми теми кармическими реакциями? By serving God, it's all cleansed and washed away from your heart. Когда вы служите Богу, тогда все эти реакции полностью смываются с вашего сердца. So the Bhagavad Gita actually doesn't just recommend don't be a goody-goody, don't just help the little ladies across the street and give them charity and things like that. That's okay, but it's also karma. Поэтому Bhagavad Gita не учит нас тому, чтобы мы были такими вот добродетельными просто людьми, которые помогают все время бабушкам переходить в улицу или делать какого-то рода такого вещи. Нет. Бхагавад Гита учит нас тому, чтобы мы очистились даже от такого рода деятельности. Better than that is to understand the nature of my soul is that it's a servant of God. Потому что выше простого благочестия является уровень, на котором мы осознаем, что мы являемся душой, и мы вечно связаны с Верховным Господом. It's okay to be the servant of a good master. Это очень хорошо быть слугой хорошего господина. Just like if you're a family man, you have children, because family life has pleasantries to it. Children are happy with a loving father, the father is happy with a loving daughter. It's the same thing on the transcendental platform. It's not bad to be subservient to a good mom or a good dad or to God. Как, например, в хорошей семье дети очень любят своих родителей, им нравится служить своим родителям, служить своему доброму отцу или добродетельной матери. Точно так же в этой вселенской семье нет ничего дурного в том, чтобы служить Верховной Личности Бога. In France they have the saying «Ni métier ni Dieu». C'est le bon français. «Ni métier ni Dieu». No master. Independent. Français. Французы очень любят независимость, поэтому они говорят, никаких господ, никаких хозяев. No, but я сам себе господин. Expands himself, he creates himself as the living entity so that we can have harmonious, loving relationship. And that's what's missing in our lives, is that relationship with God. Но в действительности это именно то, чего нам не хватает в нашей жизни, гармоничных взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. And that loving nature is that love of God is there in our heart, it never goes away, it's like a small seed. Это любовное взаимоотношение или любовь по отношению к Богу присутствует в сердце каждого живого существа в форме семечки. So through yoga you can awaken, that seed can mature and grow into a plant which produces the fruits and flowers of love of God. И посредством йоги это семечко в конце концов может прорасти, превратиться в растение и произвести плод любви к Богу. Yoga is not just about asanas. Йога касается не только поз, асан. Fixing the mind on one object. Когда вы фокусируете свой ум на одном предмете. That's just to conserve our energy. Это делается для того, чтобы сохранить свою энергию. So we can use that energy in the process of self-realization. Чтобы использовать эту энергию в процессе самоосознания. Which culminates in an ecstatic
loving relationship with the Supreme. Который кульминирует в экстатических любовных взаимоотношениях с Верховным Господом. And one of the best ways to water that seed, и один из самых лучших способов поливать это семя, is to sing and dance. Заключается в том, чтобы воспевать и танцевать. Oh, I go to the disco every Friday. I sing and dance. I'm not becoming self-realized. Так я же хожу на дискотеке каждую пятницу. Почему-то я что-то не сильно самореализовываю. No, you have to sing songs of the transcendental nature. Нет, вы должны воспевать песни трансцендентной природы. Голу Премда, Хринам Шанкиртан, this sound, Hare Krishna, doesn't come from this world. Эта звуковая вибрация Hare Krishna не нисходит из этого мира. This sound comes from the spiritual sky. Этот звук нисходит с духовного неба. Like a celestial river. Это как небесная река. To water that seed of love of God is there in our heart. Она нисходит для того, чтобы поливать это семечко любви к Богу, которое находится в нашем сердце. Such a potent process that is described in the Vedic scriptures as the most simple and sublime process of self-realization in the modern age in which we live. И это настолько могущественный процесс, который описан в ведических писаниях, и писания говорят, что это самый действенный процесс для нашей эпохи. Just to sit. Просто нужно сидеть and chant, и воспевать, or sing, или петь. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. That's all I have to do? И что, вот это все, что я должен делать? Yes. Да. Nice things come in small packages. Обычно хорошие вещи вам дают в маленьких упаковках. Life's already so complicated, why should the Lord or the Rishis of the ancient scriptures give us a complicated spiritual process. Жизнь в наше время и так очень сложна. Зачем же Господу придумать какой-то сложный, какой-то технический процесс самосознания для нашей эпохи? The process has to be very simple and very joyful for us to even consider it. Процесс должен быть очень простым и очень радостным для того, чтобы мы заинтересовались им. And besides, the Vedas say that by sound, we're conditioned, and by sound, moksha, we're liberated. Более того, веды говорят, что звук обуславливает нас, и тот же самый звук может нас освободить. Sound has great potency. Звук обладает очень могущественной энергией. To affect our consciousness. Которая влияет на наше сознание. Our heart. На наше сердце. For example. Например. If you turn on the radio. Если вы включите радио. And there's like, you know, a sad song. И вы слышите какую-нибудь печальную песню. The blues. Какой-нибудь блюз. She left me all alone. Покинула одного единёшенького. Took all my money. Забрала все деньги. And left with that man. И ушла с тем мужчиной. And she did that to me too. Да, она со мной то же самое сделала. Just by sound, your consciousness is affected. You become sad. Просто услышав этот звук, ваше сознание как бы покрывается этим настроением. You were neutral, but you turned on the radio and the sound affected your consciousness. Вы пребывали в нормальном настроении, и вдруг послушали эту печальную песню, и вы сразу же опечалились. You turn the dial. Затем вы переключаете каналы. And there's a happy song. Там звучит какая-нибудь счастливая песня. Here comes the sun. Da-da-da. И вот солнышко встает, солнышко встает. It's all right. Замечательный день, да-да-да. That was a happy song in my life. Это вот была одна из счастливых песней в мое время. Yeah, here comes the sun, here she's coming back again. Да-да, солнце встает, вот моя любимая опять ко мне вернулась. Sound. Звук. It affected your consciousness. Звук затрагивает ваше сознание. You turn the radio and you hear about the Moldovan political campaign. Затем вы включаете радио и вы слушаете предвыборную кампанию молдавскую. I hope they don't win. And you get all angry. И вы начинаете гневаться. Я думаю, вот эти выиграют на выборах или эти победят. It's sound. Это все лишь звук. So potent. Звук настолько могущественный. What to speak of sound which comes from another dimension? А что уже говорить о звуке, который исходит из другого измерения? From the spiritual world. Из духовного мира. For the purpose of enlightening you. С целью дать вам просветление. Very good. Это очень могущественный звук. And the sign, the symptom that you're getting enlightened is that you become joyful.
И признак того, что вы достигаете просветления, заключается в том, что вы чувствуете счастье. Because that's the nature of spiritual life. It's supposed to be joyful, not just rules, regulations, austerities, rigidity. Потому что такова природа духовной жизни. Духовная жизнь должна делать вас счастливым. Не так, что вы только скрипя зубами следуете правилам, предписаниям, каким-то аскезам. Unless spiritual life is authentic. Истинная духовная жизнь аутентична. Based on revealed teaching. Она основывается на проявленных священных писаниях. Unless it has a sound philosophy which can answer any question you have about spiritual life. Духовность означает, что вы получаете глубокую философию, которая способна ответить на все ваши вопросы в жизни. Unless it has a culture by which you can live the teachings and realize them. И эта философия должна сопровождаться культурой, которая позволяет вам применить это знание и прожить это знание в жизни. And unless it elevates you above material consciousness to the plane of happiness and joy, who's going to be attracted? Если такого рода практика не возвысит вас над телесной концепцией и не позволит вам почувствовать счастье и радость, кто будет его практиковать? Spiritual life means we have to have a change of heart. Духовная жизнь предполагает перемену в сердце. We have to become purified. Вы должны очиститься. Knowledgeable. Вы должны обрести знания. Realized. И реализовать его. And attain a state of love of God that when, you know, we think about Him, tears flow from our eyes like torrents of rain. That's love of God. И мы должны обрести такое состояние, когда лишь одна мысль о Боге вызывает слезы на наших глазах. И вот в этом заключается истинный смысл духовной жизни. So that you can get. Это вы можете получить. I'm coming to the conclusion here. Я вот уже подхожу к выводу. Like a symphony. Как большая симфония, есть это крещендо, конец. What's the conclusion? В чем этот конец симфонии? According to the rishis of India. В соответствии с ришием, с мудрецами ancient teachings, в соответствии с этим древним учением, you can reach an exalted state of divine consciousness even in this modern life. Вы можете обрести это возвышенное состояние сознания даже в этой жизни. Through a simple and sublime process. Посредством очень простого и возвышенного метода. Of chanting. Воспевания. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. I thank you for your kind attention. Спасибо вам большое за внимание. I know I spoke for a long time. Я говорил достаточно долго. And it's not my fault. Но не я в этом виноват. Because whenever I speak, I always study my audience. Потому что всегда, когда я говорю, я изучаю свою публику. And sometimes I speak for 10 minutes. Иногда мне приходится говорить лишь 10 минут. Because the audience is not so interested. Потому что публика не проявляет большого интереса. That's okay. This is a special knowledge. Это понятно, потому что это знание достаточно глубинное. But sometimes I'm inspired and I see everybody and I speak for half an hour. Но иногда, когда я вижу, что люди проявляют больше интереса, я могу говорить на протяжении получаса. But I think I spoke for over an hour here. Но я сейчас говорю больше часа. Because many of you are very attentive and you were listening. Потому что большинство из вас проявляли большой интерес, и вы были очень внимательны. So that's my occupation. Это меня вдохновляет, и на самом деле в этом моя обязанность. I just study these books very carefully. Я изучаю сам эти писания очень тщательно. I hear from my spiritual master. Я слушаю своего духовного учителя. And I travel. Я путешествую. Саньяси, a monk in Vedic culture, is not allowed to stay in one place more than 3 days. Саньяси или путешествующий монах, ему не позволительно жить в одном месте больше, чем 3 дня. Why? Почему? Because a rolling stone gathers no moss. Потому что катящийся камень не покрывается мхом. A monk has to be detached in order to be able to speak strongly about material life and reveal the spiritual world. Монах должен быть непривязанным для того, чтобы уметь честно говорить о всех недостатках материальной жизни и для того, чтобы вдохновлять людей жить духовной жизнью. So my service to society is just to pass on these truths. Even I haven't realized them fully, still,
the knowledge is valid, I'm sharing with you. Поэтому мой долг заключается в том, чтобы делиться с обществом этими истинами. Может быть, даже я не до конца познал, осознал все эти истины, но тем не менее, моя обязанность заключается в том, чтобы делиться этим знанием. It said the moon is the ornament of night. Говорится, что луна является украшением ночи. Learned and wise ruler is the ornament of society. Образованный и мудрый правитель является украшением общества. Happy children are the moon are the ornament. Happy children are the ornament of a family. Счастливые дети являются украшением семьи. And knowledge is the ornament of everything. А знание является украшением всего. So I hope that this afternoon you've learned something that can help you in your life. Я надеюсь, что сегодня вы научились чему-то, что может помочь вам в жизни. If I've said anything that has, you know, tweaked your curiosity. Может быть, я сказал что-то, что удовлетворило ваше любопытство. Sparked your intelligence. Может быть, что-то осветило ваш разум. Or touched your heart. Или, может быть, что-то затронуло ваше сердце. Then please, before you go late in the afternoon, stop by the book table and look at Bhagavad Gita in the Russian language. Если вас заинтересовало то, что я говорил, пожалуйста, остановитесь рядом с книжной лавкой и приобретите обязательно эту книгу Бхагавад Гита. Whatever I shared with you, потому что все, что я вам рассказывал, I learned from the Gita. Я все это я получил благодаря изучению Гиты. It's powerful because it's the song of Krishna. Она очень могущественна, потому что эта песня была поведена Богом. There's smaller books too. Есть у нас также и маленькие книги. And usually what I do at the end of the program, if anyone has a book, I'd be happy to sign it. И обычно я заканчиваю программу тем, что если кто-то хочет, я могу подписать те книги, которые они приобрели. So you can remember this memorable event. Для того, чтобы вы запомнили это событие. And I'll be honest with you. И я честно вам скажу. I came here to test the waters. Я приехал сюда для того, чтобы, образно говоря, почувствовать вкус ваших вод. Because I like to go to countries where people have an inclination towards spiritual enlightenment. Потому что мне очень нравится приезжать в те страны, где люди склонны к духовности. So they told me, go to Moldova, we'll organize a program. So I was thinking, you know, 20-30 people. И когда мне сказали, ну, Мараш, поедете в Молдову, там мы организуем вам программу, я подумал, ну ладно, будет 20-30 человек. Поеду. I walk in the hall like, wow. И затем вчера, когда я вошел сюда, в этот зал, подумал, вау. I like this Moldova. Мне очень нравится ваша Молдова. So we're already making plans in 2015 to bring back a big festival of India. И на 2015 год мы уже планируем организовать действительно большой фестиваль Индии. Something like you were maybe thinking you would see. Полноценный фестиваль, который, может быть, некоторые из вас и ожидали здесь увидеть. Classical Indian dance. Но на следующем фестивале у нас будут классические индийские танцы. Kathak, Bharatanatyam, Odissi. Kathak, Bharatanatyam, танцы Одисси. Indian music with a variety of instruments. У нас будет индийская музыка с разнообразными этническими инструментами. Theaters and dramas that have been performed in India for thousands of years. У нас будут театральные постановки и сцены в соответствии с индийской драматургией. We have a modern day play presentation of the teachings of Bhagavad Gita. У нас есть современная драматургическая постановка на основе учения Бхагавад Гиты. We have puppets who are larger in life telling stories of, you know, from India's past for children. У нас есть также сценка с большими куклами, которая показывает для детей сценки. We have Indian magician. У нас даже есть индийский фокусник. We have boys who do martial arts for defense. У нас есть ребята, которые показывают науку воинского искусства. South Indian. В стиле, в южноиндийском стиле. 6-hour stage show. Это шоу длится на протяжении 6 часов. You sit in the edge of your seat and you don't think of leaving.
Вы просто прилипнете к своим скамейкам и даже не подумаете о том, что надо уходить. So I'm going to bring that show to Kishinev next, either June or next September. Поэтому либо в следующем году, в июне, либо в сентябре, я хочу привести всю эту команду сюда, в Молдову. And we've met some very important, influential, very nice people in your country who help us organize. И мы встретились с некоторыми очень влиятельными и очень замечательными душой людьми в вашей стране, которые помогут нам организовать этот фестиваль. So I came to this conclusion because all of you showed genuine interest in this culture. И я пришел к этому выводу, просто увидев ваш интерес, который искренний интерес, который вы проявили. Of which we just shared with you a tiny portion. Таким образом, я поделился с вами маленькой каплей, маленькой порцией. But in one sense, the essence of Indian culture, which is the wisdom. Но в каком-то смысле вы на этих программах получили сущность индийской мудрости. So we're going to sing now. Сейчас мы будем петь. We have, I brought with me a good friend of mine, Bharatbhai Prabhu from America. He's one of our famous bhajan singers. Я привез с собой одного из своих самых близких друзей, Бадахари Прабу из Соединенных Штатов. Он является одним из очень хороших певцов, который воспевает индийские баджаны. So at this part of the program we'd like to you to participate. И в этой части программы мы хотим вдохновить вас, чтобы вы все участвовали. You can say, вы можете все рассказывать уже. In other words, now you've been hearing about it, now you can experience it. Другими словами, то, что вы слышали до сих пор, это была теоретическая часть, а сейчас вы получите возможность получить также опыт. It means that we'd like to ask all of you to be the chorus. И мы хотим попросить всех вас, чтобы вы выступали в качестве хора сегодня. It doesn't matter if you have a good voice or not, and there's a lot of people singing and always sound good. Нет значения, хороший у вас голос или нет, потому что все люди будут петь, вас никто не услышит, не переживайте. And through this sound, as I was saying, this transcendental sound, you will have a spiritual experience. И как я уже говорил, посредством этого духовного звука вы сможете получить истинное духовное переживание. But you have to take, you know, the broad step of repeating the song. Но вы должны сделать этот щедрый шаг и воспевать вместе с нами. Okay, so I'm going to teach it to you. Хорошо, давайте я вас научу этой мантре сейчас. And I want you to repeat it two words at a time. Давайте повторяйте за мной сейчас по два слова. Don't be shy. Не стесняйтесь. My spiritual master told me one time, you shouldn't be shy when eating good food or doing business. You have to be a little aggressive. Мой духовный учитель обычно шутил, что вы не должны стесняться, когда вы кушаете вкусную еду или тогда, когда занимаетесь бизнесом. I'm not a businessman, but that's what they say in India. Я не бизнесмен в том смысле, в котором это говорят. And I'm a practitioner of Vedic culture, so I know how important it is to chant this mantra. Но я практикую эту ведическую культуру, поэтому я знаю, насколько важно распевать эту мантру. Okay, so please, you know, with a blade of grass between my teeth, which is a sign of humility in India. Поэтому, держа соломинку в своем рту, что является символом смирения, хочу вас сейчас попросить with folded hands, со сложными руками and a humble heart, и со смиренным сердцем. I ask you to repeat the following mantra. Я прошу вас повторять следующую мантру. Hare Krishna. Hare Krishna. Очень хорошо. Ну, хорошо, в принципе. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare